Александр. И от сестренки молодец. В ДК «Родина» почтовый предновогодний ажиотаж. Десятки самых юных жителей Химок заготовили письма со своими желаниями. А точнее, с перечнем подарков, которые они хотели бы получить на праздник. Всю корреспонденцию с заветными желаниями малыши поместили в почтовый ящик Деда Мороза. Я хочу аквабит, но только где там можно создавать принцесс. Я хочу долугу с машиной. На пульте управления. Я хочу от одного получить. Я хочу синий трактор. Не знаю, еще сам не придумал. Вот. Ничего бы не хотел. То есть тебе подарки не нужны, да? У тебя все есть. Нужны, только еще пока что не придумал. Буду придумывать. Организаторы праздничной акции пообещали детям передать всю корреспонденцию лично в руки Деда Мороза. 4 декабря официальный праздник первого письма Дедушке Морозу. Ну вот мы делаем тогда, когда наши дружественные детские садики им удобно, мы сделали для них специально это детские садики, которые ходят к нам на все праздники. Почтовый ящик Деда Мороза простоит в ДК «Родина» до самого Нового года. Так что у каждого ребенка еще есть время прикоснуться к волшебству.